все на них есть. Масочки есть, перчаточки одевают, да. Открыть избирательный участок 10-18 для всех наших избирателей и для наших гостей из Донбасса, с Донецкой Народной Республики. Нас посещает примерно до 1000 человек ежедневно. Мы всех принимаем, всем рады. Будем рады видеть и последующие дни, и 1 числа. Приезжайте, пожалуйста, голосуйте за нашу Конституцию, за наши поправки. Мы всем будем рады. Где проживаете? Город Донецк. Так, мы прибыли из Донецка проголосовать на выборах в Российской Федерации, так как мы считаем, обязаны проголосовать в изменения в Конституции. Мы уже граждане Российской Федерации. Приехали мы из города Донецка для голосования, внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Потому что это является нашей родиной, нашим домом, и мы должны принять участие в голосовании в поправках в Конституцию Российской Федерации. Все отлично, спасибо большое. Проходите, пожалуйста. Куйбышевского района сформированы из людей, которые имеют разную политическую принадлежность, которые занимают разные должности, которые работают на разных работах. Но тем не менее, работаем мы сплоченно, работаем мы одним коллективом, нарушений нет, замечаний на сегодняшний день нет. По работе наших избирательных комиссий я надеюсь, что голосование пройдет в штатном режиме и у нас все будет хорошо.